За последнее время потратил большое количество денег, но это все переходило в контент. Но сегодня я деньги не тратил. Ребята из CS Money сказали нам: Шок, привет, Hardplay, здорово. Мы вам даем 40 контейнеров, открывайте их. Не просто контейнеров. Контейнеры Cobblestone, которые каждая стоит 10 тысяч рублей. 400 тысяч рублей нам подогнали CS Money, что мы бы сделали бы вот это открытие, которое вы сейчас увидите. Возможно, это самое дорогое открытие кейсов, которые вы вообще видели в своей жизни. В моей жизни? Да. Больше я не тратил столько за один ролик. И знаете, что надо делать с этим роликом? Смотреть. Мы потратили огромное количество денег. Ну, вы сами знаете, что я люблю разыгрывать крупно, когда я играю крупно. Поэтому поставь лайк под этим роликом, напиши в комментариях свой инстаграм и подпишись на мой инстаграм. И в эту субботу на этом YouTube канале я проведу трансляцию, где разыграю 4000 рублей. Конкурс будет длиться всего лишь один день, поэтому прямо сейчас заходи, пиши комментарии со своим инстаграмом, подписывайся на мой и жди стрим, который будет уже завтра, в эту субботу, в 18:00 по московскому времени. На этом YouTube канале, не на Твиче, здесь. На Твич пойдем после трансляции. Так, первое открытие. Какое открываем? Я не знаю, у нас 20 штук на 200 тысяч рублей. Давайте я начну с последнего. Фух. Просто Ава Мария. Первое открытие. 1, 2, 3. Драголор! Ага. Нормально? Значит, сейчас пошло твое пожилое открытие. Да. Все? Ай, давай. Я сталахатрон. А, ну понимаю. Сувенирный маг выпал. Да, mm-hmm. Сувенирный маг. Минус 10 тысяч просто сразу. Да, представь. А, кстати, маг выпал. Да, но он будет, он больше доллара должен стоить. Ура! CS Money, спасибо. Это достойно. Это просто 10 тысяч вот сейчас я открыл, да. Давай, Эрик, запускай. Второй кейс пошел. Окей, так. Сразу говорю, кто не знает ценники. Чаша стоит долларов 50, 100 максимум. Печаль тоже 100 долларов максимум. Рыцар 400 долларов, 600 максимум. И Драголор 1500, 2000, что-то такое. Погнали. Чувак, ну синяя падает. Не, ну подожди, ну стабильно же. Мы потратили сейчас давай всего лишь 40 тысяч. Продолжаем. Просто 30-ка вот уже вылетела. А, да, 30-ка. Сейчас смотри, значит. Я захожу, я тебе, значит, рассказываю. Все дело здесь в том, что какой именно кейс, понимаешь, ты открываешь. Значит, заходишь, и вот сразу, знаешь, вот я почувствовал. То есть, знаешь, вот бывает такое, ты начинаешь чувствовать прям. Вот смотри, раз, смотри, это как минимум сейчас рыцарь. Так, ну почти рыцарь. Это, кстати, минус 40 тысяч уже. Просто, ну, я держу так в пожилом курсе. Продолжаем. Фух. Это минус 40 тысяч. Это да, ребята, это уже 40 тысяч. Никогда не повторяйте это, просто никогда это не повторяйте. Давай после каждого открытия двойного говорить, что мы могли бы купить на 40 тысяч. На 40 тысяч можно было купить девайсы от Logitech. Да, полный сетап, кстати. Да, возможно. Фак, я просто сейчас открываю, у меня даже мили правды нет о том, что сейчас может что-то красное выпасть. А он вообще пролетает? Вообще хоть ты хоть раз видел? Не, он не пролетит, мне кажется. А, он только выпадает. Если он пролетит, чувак, я иду, я выключаю стрим и ухожу. Это сразу, да, можно выпилиться сразу куда-нибудь. Ага. Так, 60 тысяч. На 60 тысяч я бы мог, наверное, купить новое освещение в студию. Прям очень крутое. Эльгата. Эльгата, да? Да, Эльгата. Да. Так, погнали. Так, давай. 70 тысяч пошло. Это уже 70-й, да? Да нет. Это уже 70 тысяч. 70 тысяч. Я так понимаю, ты снова, да, выбил Драгонлор прямо с завода? Да, еще один чувак. Даже не стал считать и радоваться. Слушай, а как вот интересно у Габена в общих чертах дела? С учетом того, что кейс стоит по 10 тысяч рублей. Вот просто вот одно нажатие — это 10 тысяч. 80 тысяч. Я просто, ну, держу в курсе. Это можно съездить. Не, моя очередь говорить. 80 тысяч рублей. Это Жигули. Я купил Жигули за 70 тысяч. Продолжаем наш разговор. Это уже сейчас 90, да, у тебя будет? Да, сейчас 90 будет. Ага, давай, заводи. Как интересно вообще Габен спит вот ночью вообще. Это уже 90, да? Это 90 тысяч сейчас. Ага, ага. Сейчас ты сотый делаешь, чувак. Ага, то есть вот сейчас вот... Отметим 100 тысяч. Ага, давай. Есть спит. Смотри, на 100 тысяч, чекай. Ага. Так, продолжаем наш разговор. Так, это 100 тысяч. 110-я пошла. Так, 110 тысяч. Это вы, чтобы понимали, уже можно на Таити было слетать на эти бабки. Печаль пролетела. Еще одна печаль пролетела. И все. Да ладно. Да, две печали пролетели. Они пролетают. Да, Драговоры, значит, тоже может. 110 тысяч, это уже, в принципе, ну, комп. Сетап. То есть, ну, чтобы ты понимал. Так, это 120 сейчас. Да, это сейчас 120. Поехали 120. О-о-о-о! Зеленое яблоко. Прямо с завода, кстати, сувенирное. Прошу заметить. Главное, прямо с завода. Вот если было бы немного поношенное, мы бы не купились. 100%. Так, я напомню всем, вместе с Эриком,
то, что нашим спонсорам, нашим партнерам и вообще святыми людьми, которые нам вот это все вот забашляли, вот эти вот коробочки, это CS Money, сайт, на котором вы можете не только... Что, Эрик? Вы можете трейдить свои скины на другие, у них все скины, мне кажется. У них бот где-то на миллиамов 100 долларов, я не знаю, у них они бешеные. Ну и плюс это классный маркетплейс, вы можете... Абсолютно верно. Погнали. Да не, факт, чувак, что это? Это смешно, 130 уже, да? Ты заметил, что это 130, кстати, пока вот люди не в курсе, это уже 130 тысяч, если что, мы прокрутили. Так, открываем следующий, и нам выпадает. Какой интересный вообще, Эрик, шанс выпадения сувенирного Dragon Lore, как ты думаешь? Шанс выпадения ножа 0,004. Это полили сами Valve. А на Драголор... Ноль вообще. Да, я думаю, у них прописан ноль. Так, это тем временем сколько уже? Ребят, кто там внимательно... Сейчас твое 140-е должно быть. Ага, 140. Давай, заводи. Это сейчас у тебя 150-й. Воу! Реально, кольчуга... Так, подожди, Леха, мне кажется, это что-то стоит. Мне кажется, это что-то стоит. Мне даже самому интересно. 5 долларов прямо за воду. Это лучшее, что могло упасть. И всего 5. В чате. Вак в чат, я не знаю, это лучше. Вак в чай, пацаны, это это лучшее, что мы видели. 40 центов, 40 Напомню, центов. Одна коробочка стоит сколько? Правильно, 10 тысяч рублей. Да. Получили 600 рублей. 160 тысяч вот сейчас вот идет. Опа, так, 160 тысяч уже открыли, ну, чтобы вы понимали. Это можно дома ремонт сделать. Ага, понимаю, продолжаем. 170 тысяч пошел. Так, let's go. Здесь плохо станет, я тебе реально говорю, ребята, перенесите кто-нибудь валидола, пожалуйста, спасибо. Гроза. Чувак, зато на Крекофер. Да? Да. Ничего себе. Я из-за этого открывал, на самом деле, эту контейнер. Да, но я, в принципе, тоже, я просто не говорил, да. Это понятно. Так, пошло, сколько там у нас? 180, правильно я считаю? Да, вот, пошло 180. Ай, ну давай. Что можно купить на 180? На 180 можно купить полный сетап в моем компьютерном клубе. Полный. Вместе с компом, с монитором и со всем, чем только можно. А кресло входит? Нет, кресло выходит. Кресло попозже будет. Так, продолжаем наш разговор. Хорошо, хорошо. 190 я делаю. Как вам такое? Как вам такое, просто скажите, пожалуйста. Красиво, да? Я так очень понимаю, красиво. Там опять сувенирный лор упал. Ага. Да, опять. Так. Гейб, хватит. Ютуберы так нормально. Ну, все нормально. Ну, да. Просто валево, просто бабла идет. Я так понимаю, это 200 тысяч, да, ребят? Так, ну поехали. 200 тысяч рублей. А, ну я как бы понимаю. Так, продолжаем. Вот сейчас, мне кажется... Так, 210 тысяч, чтобы понимание было. Нам выпало уже все, да? Вообще все. Все выпало. Нет, королевский не упал. Ты знаешь, хоть бы упал, хоть бы, я не знаю, хоть чаша бы какая-то упала. Ну так, для приличия, знаешь, чисто вот, чтобы вот в этот лохотрон хоть как-то вот вообще поверить. Давай, заводи. 210. А представь, просто, там реально 0%, и Вальф сейчас смотрит эти стримы и рофлят. Они такие... Драйки, ну тупые. Давай, ребята, давай, give me your money, bitch. Так, продолжаем наш разговор. Это 220, чтобы вы понимали. Пошла шарманка. Ага. Великолепно. Продолжаем. Чуешь? Так, друзья мои, все, кто Черт, даже не вис. Пришел? Так. Это 230. Так, продолжаем наш разговор. Понеслась дальше. Слушайте, я всем рекомендую открывать вот эти коробки. Всем. Всем просто вот, знаете, вот всем рекомендую открывать. 240? Да. Нет, это у тебя уже сейчас 250 идет. Хорошо. Да я уже все равно... Нет, ну хоть что-то. Так, продолжаем наш разговор. 260, поехали. Так, это еще один маг, но это успех. Великолепно. Так, это 260 тысяч. И 13 тысяч человек смотрят, как люди проигрывают 260 уже. Так, смотрим на Эрика. Я открыл специально не первый, не последний, а как-то посередине. Это мы так договорились, Вальф. Смотрим на занос от Эрика. Опа. Что-то новое. Серебро мне выпало, чувак. Слушай, ну я на самом деле, я даже не надеюсь на рыцарь. Ну, хоть бы пищали, не знаю, хоть что-нибудь вообще в память об этом трэшевом открытии. Это сколько там, кто там считает? Я заработал от этого открытия уже 10 долларов. О, яблоко, еще одно сувенирное, великолепно. Слушай, ну бабло просто рекой льется. Я сейчас сознание, серьезно тебе говорю, потеряю. Вызови, пожалуйста, скорую, у меня сердце уже... О, чувствую, у тебя сейчас тоже, да, подъедет. Да, в такие моменты, да, просто не долетает, это смешно. Открыл? Да, и USP опять пролетает. Прикинь? Оно просто пролетает. Осталось 5 кейсов. Береты. И тем временем у нас осталось 5 кейсов.
как вы видим, два сувенирных драгонлора уже упали. И продолжаем грабить Габена просто без смс регистрации. Мы могли снять пентхаус. Мы могли снять... Ладно. Кого? Кого? Пентхаус, а еще и что, а еще и кого. Я думаю, дней так эдак на... надолго. Да. И снять там причем контент. И хер с ним с баном канала. Гроза. Так, 4 кейса осталось. Ну, тут как бы понятно, что в последнем будет самый сок. Угу. Угу. Так. Слушай, ну это, я не знаю, это троллинг какой-то овер миллион. Нормально, чувак, реально, наконец-то. Уж 2 пистолета заработал. Да? Не один. Слушай, хоть бы один синий упал. Ну просто, ну чисто вот так поржать. Так, 3 коробочки осталось. Ага. Так. Так, да, у меня последний набор остался. Фух. Слушай, с последнего. Просто с последнего сейчас баблище посыпется. 1, 2, 3. Ну чё, лор чинил. Чувак, лор. Я вижу. КС Манию. Давайте еще. Заводи, Григорий. Все, пошла. Пожелаю шарманка. Поднимаю. Ну и да, КС Мани — это наши спонсоры этого ролика, поэтому я вам скажу так. Намного выгоднее не открывать эти кейсы, а просто уверенно, выгодно и красиво, быстро купить его на КС Мани. Он это позволяет. Просто закидывайте на баланс через карту Kiwi, WebMoney, любую вообще, как хотите, вы получаете 25% к депозиту. Я закину $750, к слову. И получаю не 750, а 937. И нажимаю пополнить, и сразу идет перевод и так далее. Но! Если что, сейчас проходит акция у CS Money Save Christmas, где вы можете пройти квест, очень такой интересненький, и получите, внимание, к пополнению 45%. Поэтому оставлю все ссылки в описании и покупайте скины из CSGO выгодно с CS Money. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока.